Сегодня у нас 4 июля. О, Нестор приехал. У нас голова есть. Привет. О, брат Игорь Барабаш привез. Несторчук! Ой, привет, мой мощный! Мы все чеки, мы все мощные! Как ты меня так ходить, такого держишь? Я сижу, Ай, ай, ай. Нестор, Прося, ну что ты? О, Мася, меня здесь выпросить. Ой. Ой, мне уже... Знакомься, Егор. Да. Николай. Нестор. Николай. Я знаю, что Нестор. Здравствуйте. Тарас. Ой, как смешно. Так. Мне мой Рыжик. Как называется? О, Нестор. О, по голове. Россиянец! Я читаю! Коля, ну что это такое? Продукты забирайте. А, пошли тебя чего-нибудь тетю отнести, а? У них сейчас занятия, попозже есть. Ну, я оставлю вам, чтобы... Держи. Ворони? Нет, Фрося, у петуха вырвала. Ой, а ему он не злился на тебя? Никита Андреевич, а петух, а он через некоторое время умер. Так, все, идем на занятие. А, это, Ливия, занеси, пожалуйста, к тете Любе. Ладно. Вы, хотя не по пути, но занесите. Да, пошли. У нас сейчас занятие начнется. А вы Татьяне завезли? А Игорь? Ну все, Нестор, пойдем. Сейчас у нас занятие будет. Потом тебя. Никита Андреевич придет, он тебя определит. Идешь, и по правой стороне единственный домик рядом со стеной. Так, дети, легко, хорошо. Отходим. О, машинка грязная. Ну и как эта дорога? Грязная сильно, нет? Да, не очень. Не очень, да? То есть уже просыхает сейчас, да? Да. А то там Сергей Павлович собирается ехать, может. Смотришком или пусть так пока сумку. Пока здесь, потому что Виктор, Никита-то нет. Нету еще. Никита придет. Ну все, сейчас давайте на занятия. Кто там у нас? Андрей Игнатий Тихонович. Он еще там не пришел. Нет, а ему-то зачем? Он сказал, он... Нет. Он... Заходи, Нестор, туда. Ну, вот так вот. Нестора встретили. Здесь подожди, Тарас. У нас это же мужскую надо. Слава Христу.